Добрый день! Мы начинаем наш очередной урок русского языка. Какие вопросы у вас есть сегодня? Добрый день! С какими глаголами мы можем употреблять творительный падеж instrumental case как joint action? Отличный вопрос! Итак, тема урока сегодня. Творительный падеж, instrumental case, совместное действие, joint action. Вопрос «С кем?». У творительного падежа есть несколько значений. Одним из значений творительного падежа является совместное действие. Все мы часто делаем что-нибудь с кем-нибудь, ведь это намного веселее. Например, гулять с кем-нибудь. Как давно мы с тобой не были на прогулке? Мы с Леной сегодня гуляли в лесу. Или встречаться с кем-нибудь. Привет! 100 лет с тобой не виделись. Как дела? Я сегодня встретилась с коллегой, которого давно не видела. Или путешествовать, ездить с кем-нибудь. Я так люблю путешествовать с друзьями. В прошлом году я ездила в Мадрид с подругой. Или разговаривать с кем-нибудь. Через неделю планируется встреча с партнерами. Сегодня утром я разговаривала с директором. И еще, например, ходить с кем-нибудь куда-нибудь. Какой прекрасный спектакль с замечательными актерами! В прошлое воскресенье я ходила с братом в театр. Итак, с глаголами «быть», «гулять», встречаться, путешествовать, ездить, разговаривать, ходить и с другими, обозначающими совместное действие, употребляется творительный падеж. Все понятно. Спасибо. Пожалуйста. До новых встреч, друзья!